Наверняка всем известно, что такое DevOps, раз вы сюда пришли. Кто знает, что такое DevOps? Ну, то есть это Википедию перед конференцией нет? Вот. Но дело в том, что история такая, что как бы с самим определением все очень сложно, поэтому приходится как бы запускать дискуссию заново, что такое DevOps каждый раз. Конечно, я сам не знаю, что это такое, вот, но мы просто как бы запустим разговор об этом. И я немножко как бы своим опытом поделюсь. Вот, и долго думал, как сделать мой рассказ полезным, поэтому в рассказе будет много вопросов. Ну, то есть как вопрос, который я сам себе задаю, который я задаю там, клиентам нашей компании. Отвечая на эти вопросы, иногда становится в понимании чем-то лучше. Поэтому вот об этом мы будем говорить. Давайте я немножечко про себя расскажу. У меня история такая, что я в какой-то момент погулял по волнам слияний и поглощений. Я поработал вначале в маленьком стартапе Quick, потом его купила чуть побольше компания Skype, потом еще чуть побольше компания Microsoft купила Skype. И в этот момент мне стало доступно увидеть, как трансформируется представление о DevOps в разных по величине компаниях. И после этого мне стало интересно уже с точки зрения рынка смотреть на DevOps, и мы с коллегами организовали компанию Express42. И, собственно, уже 6 лет по волнам рынка и движемся. Еще, кроме всего прочего, я организатор, один из организаторов сообщества DevOps Moscow. Это вот там такая черненькая штучка. И организатор DevOps Days Moscow 2017. 2018 я не организовывал. Немножечко про Express42. Собственно, мы работаем с такими компаниями, проращиваем там DevOps, смотрим, как это происходит, делаем выводы, анализируем, рассказываем всем, обучаем людей как бы DevOps практикам. В общем, всячески растим в этом смысле опыт и экспертизу. Ну, давайте немножечко о чем доклад, да. То есть я расскажу, зачем нужен DevOps с моей точки зрения. Что такое DevOps с моей точки зрения? И как понять, что вы движетесь в DevOps с моей точки зрения? Но как бы вот этот последний пункт, это будет через вопросы. То есть как бы я буду себе вопросы задавать, и вы себе будете вопросы задавать. Соответственно, вы можете, например, понять, как бы компания ваша движется к DevOps, вы движетесь к DevOps, или что-то, в чем-то есть проблема. Ну, опять-таки, как бы приветствуется флейм, набросы, поймать меня в потом вот этой вот дискуссионной комнате. Я прям ее представил себе как комната для экзекуций докладчиков. Вот. И рассказать мне, что такое DevOps вот, на самом деле. Итак, первый вопрос, который преследует всех и всегда, это вопрос «зачем?». Многие как бы считают, что DevOps — это просто какая-то автоматизация или какая-то такая штука, которая на самом деле в каждой компании была уже. Вот у нас был Continuous Integration, это значит, что уже был DevOps, как бы, и нафиг это вообще вся эта ботва нужна. Пацаны там что-то за границей развлекаются, нам работать мешают. Вот. На самом деле, как бы, ну, уже стало понятно сейчас, что это все-таки не маркетинговый булшит, вот, за сколько там, за уже 9 лет развития сообщества и методологии. Вот. Но все-таки не до конца понятно, зачем. А как у любого инструмента, как у любого процесса, есть конкретная цель, конкретная задача, которую как DevOps в итоге решает. Соответственно, все это связано с тем, что как бы мир меняется. От подхода интерпрайзного, когда компания движется сразу прямо к мечте, как пел наш питерский классик, вот, из точки А в точку Б по определенной стратегии. Вот, у нее определенная для этого структура построена. Вот, и в этом подходе, в принципе, IT не должно быть... Должно быть
именно под этот подход и построен. То есть здесь IT используется исключительно для автоматизации процессов. И автоматизация, она не сильно часто меняется, потому что когда у вас как бы, компания идет по наезженной колее, что там, в принципе, менять? Работает, не трогай. А сейчас мы немного… Сейчас в мире как бы подход меняется. И то, что вот называется таким словом agile, на самом деле говорит о том, что точки B конечные, ее сразу не видно. То есть компания, когда идет по рынку, работая с клиентом, она постоянно исследует рынок, постоянно меняет вот эту конечную точку B. И причем как бы, чем чаще она меняет свое направление, тем более она в итоге успешна, потому что она больше рыночных ниш к себе выбирает. Но это можно сейчас, например, продемонстрировать. Есть такая прикольная компания, вот недавно узнал, называется One Box Shave. Компания сделала просто бритву и всякие бритвенные принадлежности по подписке. При этом они вот эти всю коробочку умеют кастомизировать под разных клиентов. Ну, понятное дело, что там определенный софт этим занимается, который потом отправляет заказ на корейскую фабрику, которая вот эту вот штуку выпускает. Так вот эта штука была куплена компанией Unilever за 1 миллиард и сейчас конкурирует с жилетом. То есть она у жилета на американском рынке значительную долю рынка отожрала. Вот. Они говорят, что как бы, ребят, ну вы что, вы серьезно? 4 лезвия? Нафиг это вам надо? Это никак не улучшает качество бритья. Вот. А специально подобранный кремчик, специально подобранная там вот эта вот, как это, отдушка и нормально сделана двухлезвенная бритва на самом деле решает гораздо больше вопросов, чем эти гребаные 4 лезвия у жилета. Вот так мир меняется. Ну и они, собственно, заявляют о том, что как бы, у них есть крутая IT-система, которая позволяет это делать. Соответственно, как это выглядит в итоге, да, это выглядит в параметре time-to-market, о котором уже кто только не говорил, но смысл time-to-market это не как часто мы деплоимся, потому что можно часто деплоиться, но при этом релизные циклы будут длинными. То есть можно трехмесячные релизные циклы ну, как бы накладывать друг на друга, сдвигая на недельку. Получается, что компания как будто бы деплоится раз в неделю. А на самом деле от идеи до конечной реализации проходит 3 месяца. Так вот, time to market — это про минимизацию времени от идеи до конечной реализации. Потому что если вот у вас есть рынок, и с ним взаимодействует программное обеспечение, а вот, собственно, у One Box Shave, собственно, сайтик с клиентом взаимодействует. Нету людей, нет продавцов. Просто сайт, где ты кликаешь, оставляешь свои там, пожелания там, и так далее. Вот. И, соответственно, на сайте надо постоянно вычитывать что-то новое. Постоянно его обновлять в соответствии с пожеланиями клиентов. Ну, понимаете, да, что, наверное, в Южной Корее бреются не так, как в России. И им нравится там не запах сосны в этой там отдушке, а там, я не знаю, запах селедки внезапно. Вот. И, соответственно, как бы им надо быстренько-быстренько это дело менять. И поэтому разработка ПО очень сильно меняется. То есть через ПО мы должны узнавать, о чем хочет клиент. То есть если раньше мы какими-то обходными путями узнавали, о чем хочет клиент, ну там менеджмент, бизнес. Потом он рассказывает, и мы это как бы проектируем, в IT-систему закладываем, как бы крутяк становится. То есть сейчас программное обеспечение проектируется всеми, кто включен в процесс, в том числе и инженерами. Потому что инженеры узнают через технические характеристики, как рынок работает. И они тоже делятся с бизнесом какими-то своими инсайтами. Вот, например, в компании Quick мы внезапно узнали, что люди, ну, мы не изначально не задумывались это в нашем приложении, что людям очень нравится загружать контакт-листы на сервер. И они положили нам приложуху. Вот. В классической компании бы все бы подумали, что это бага, ну так как это в спеке не было написано, что это должно как бы классно работать. Вот, и это вообще было реализовано так на коленке. Но
как бы в обычной компании сказали, что это бага, выключили бы эту фичу и сказали, ну, как бы нафиг никому не нужно, самое главное, что основная функциональность работает. А как бы технологическая компания в этом видит возможность и начинает менять софт в согласии с этим. В 68 году прозорливый парень Мелвин Конвей заметил, что для того, чтобы производить систему другого типа, надо еще вдобавок иметь коммуникационную структуру внутри компании другого типа. То есть если у вас коммуникационная структура как бы верхнеиерархическая, то это не позволит вам делать системы, которые, в принципе, вот такое вот могут. Могут обеспечивать очень высокий показатель time to market. Почитать можно по ссылочкам вот, про этот закон, но он очень важный для того, чтобы понимать, как это говорят, культуру DevOps или философию DevOps. Потому что на самом деле единственное, что как бы базово, что меняется как DevOps, это именно структура коммуникации между командами. Ну и, соответственно, с точки зрения процесса, вот это как бы процесс до DevOps, то есть вначале у нас аналитика происходит, потом разработка, потом тестирование, потом эксплуатация. А как бы DevOps — это когда все эти процессы происходят одновременно. И таким образом, собственно, этот time to market только и может выполняться. А для людей, которые работали в старом процессе, это выглядит несколько космически и… Ну, так себе вообще. Скажите, пожалуйста, а вот у кого технологические компании, вы считаете, что вот у вас процессы одновременно происходят, разработки, сборы требований, тестирование, эксплуатация? Классно. Мне кажется, всем остальным будет очень-очень-очень, это сегодняшняя конференция очень полезна. Ну давайте подрезюмируем первую часть, как бы зачем нужен DevOps. Он нужен для разработки цифровых продуктов. Если у вас в компании нет цифрового продукта, DevOps не нужен. Это очень важно. DevOps преодолевает скоростные ограничения последовательной схемы производства ПО, то есть когда вы одно сделали, другое сделали, третье сделали, четвертое сделали, то DevOps делает вот так. То есть он просто преодолевает эти штуки. А с DevOps увеличивается сложность. То есть когда нам рассказывают, что, я не знаю, DevOps-евангелисты, то что вот, у вас будет DevOps, и вам станет проще выпускать ваше программное обеспечение, это бредятина. А там все сложнее вот, становится. Вон на стенде Авито можете посмотреть, да, что такое задеплоить докер-контейнер. Вообще как бы нереальная задача на этой воде вот это, с вот этим вот китом вот это сделать. Это реально так. То есть сложность становится запредельной, надо жонглировать многими-многими шариками одновременно. И DevOps меняет полностью процесс организации в компании. Ну, точнее, как бы не DevOps меняет, а вот именно этот цифровой продукт меняет полностью процесс организации в компании. А ну, для того, чтобы вам к DevOps прийти, надо все-таки этот процесс полностью поменять. И это на самом деле так. Соответственно, вопросы, которые вы можете себе задать, там, работая в компании, развиваясь как специалиста, да, есть ли у вашей компании стратегия по созданию цифрового продукта? Если есть, это уже хорошо. Это значит, что как бы, ваша компания движется в сторону DevOps. Создает ли ваша компания цифровой продукт? Это значит, что вы уже еще на ступеньку выше можете подняться, более интересными штуками заниматься. Ну, с точки зрения DevOps, опять-таки. Я только с этой точки зрения говорю. И если ваша компания один из лидеров рынка в нише с цифровым продуктом, то, скорее всего, это вот Spotify, Яндекс, там Uber и так далее. То есть это вот компании, которые находятся на пике технологического вот прогресса в данный момент. Соответственно, вы можете все эти вопросы задать. Если как бы, ответа на эти вопросы нет все, то, возможно, вам не стоит этим заниматься. А если вам реально интересно, как бы, что на сегодня будет на конференции, то, возможно, как бы круто просто перейти в другую компанию и начать работать там. Соответственно, если как бы нет, то компания, которая хочет пойти в DevOps, она напоминает этого прекрасного носорожика, который никогда
не изменится. Как я уже сказал, да, что по закону Конвея в компании меняется организация. И я начну с того, что мешает DevOps'у проникать внутрь компании, то есть именно с точки зрения организации. Есть такая штука, на английском языке она называется «сило», на русском языке переводят «колодцы». Но смысл этой проблемы в том, что между командами не происходит обмена информацией. И каждая команда копает свою экспертизу вглубь, при этом не строит общую карту, в которой можно ориентироваться. Чем-то это напоминает человека, который только приехал в Москву и еще не знает, как ориентироваться по карте метро. Ну, то есть, например, москвич, который прекрасно ориентируется в своем районе, вот, а по всей Москве он ориентируется по карте метро. Ну, как бы, вот от этого метро мне столько надо пройти. Вот. А когда ты приезжаешь в Москву первый раз, да, у тебя нет этого навыка, и ты просто вот дезориентирован. Соответственно, как бы, что первым делом предлагает DevOps, да, вот пройти этот момент дезориентации и построить общую карту взаимодействия всем подразделениям вместе. Но на самом деле этому мешают два фактора. Первый фактор — это следствие корпоративной системы управления, что она так построена отдельными иерархическими колодцами, она так управляется. И есть, например, определенные KPI в компаниях, которые вот эту вот систему поддерживают. А с другой стороны, это, собственно, мозги человека. То есть вот так вот работать, и ему сложно выйти за пределы своей экспертизы и поориентироваться там. Но это просто такая вот некомфортная штука. Представьте себе, вы попали, я не знаю, в аэропорт Бангкока. Кто был в аэропорту Бангкока? Вот, там хер сориентируешься, в общем-то. Вот. Но ты-то уже, видишь, прошаренный, наверное. Вот. В общем, сложно сориентироваться, и поэтому как бы люди не выходят, стараются так не делать. И говорят, да не, вот туда ехать, это надо проводника найти. Вот. Соответственно, как бы такая же штука происходит в организациях. Ну, самое главное, что проблема колодцев для инженера, который проникся духом DevOps, начитался Фаулера, начитался кучу книжек, оно выражается в том, что колодцы не позволяют делать очевидные вещи. Ну, то есть вот люди, ну, как мы часто там собираемся после DevOps Moscow и друг с другом разговариваем, а люди жалуются, что вот мы хотели просто как бы CI-ку запустить, а получилось, что как бы менеджмент это не надо. И это именно как бы из-за этого происходит, потому что CI-ка, она находится на границе многих экспертиз. Вот, и там continuous delivery процесс. И просто как бы не преодолев вот эту вот проблему колодцев на организационном уровне, не получается продвинуться дальше, что бы вы ни делали, как бы это грустно не было. Ну вот типичные колодцы в организациях, они показаны на этом слайде. То есть есть разработчики бэкэнда, разработчики фронтенда, есть тестирование, DBA, эксплуатация, сеть. И вот они, каждый копает свою сторону, а общей карты не имеет никто. Ну, кроме там управленца, который как-то их обозревает и управляет там методом «разделяй и властвуй». Вот. Соответственно, они там борются за какие-то звездочки, за флажки, каждый копает свою экспертизу. Но в итоге, когда появляется задача, а давайте мы все это соединим вместе и построим общий пайплайн, за звездочки уже бороться не надо, за флажки бороться не надо, а что делать-то вообще? Это как-то надо договариваться. А как никто как бы в школе не учил договариваться? Мы как бы еще со школы научены, там, 8 класс, ого, по сравнению с 7 классом. Вот. Ну, как бы вот здесь такая же штука происходит. Вот. У кого в компании есть такая тема? Мне кажется, что вы мне что-то не договариваете. Вот. Соответственно,
какие вопросы можно себе задать, чтобы проверить, есть ли такая тема. Пользуется ли команда общими инструментами? Вносит ли вклад в изменение этих общих инструментов? Насколько часто команды переформируются? Ну, то есть одни специалисты из одной команды переходят в другую команду, потому что как бы вот именно в DevOps-среде это становится нормальным. Потому что иногда человек просто не может понять, чем занимается другая зона экспертизы. Он переходит в другой отдел, две недельки поработать для того, чтобы создать для себя вот эту вот карту ориентации. Как можно взаимодействовать с этим отделом? Можно ли внутри компании создать комитет по изменению чего-либо и что-то изменить? Или для этого нужно сильное руководство самого высшего, нужно написать распоряжение? Недавно я в Фейсбуке написал про один малоизвестный банк, как он через распоряжение внедряет инструменты. Вот. Написали распоряжение, год внедряем, как там вообще что происходит. Вот. И насколько важно у вас для менеджеров получать личные достижения без учета достижений компании? Как бы если вы на себя ответите на эти вопросы, вот сейчас стало понятнее, есть у вас такая проблема в компании или не прояснилось? Окей. Я был настроен на искренний разговор с вами сегодня. А? Ну, как бы искренности никто не отменял. Даже во сне. Соответственно, после того, как эта проблема пройдена, как бы первая важная практика в DevOps, без которой сложно тоже продвинуться дальше, это инфраструктура как код. И чаще всего инфраструктуру как код воспринимают как, ну я не знаю, давайте как бы на все заавтоматизируем на баше, как бы обмажем скриптами, чтобы у админа было меньше ручной работы. Вот. На самом деле это совсем не так, и инфраструктура как код, она подразумевает, что вы ту IT-систему, с которой вы работаете, вы ее описываете в виде кода для того, чтобы постоянно понимать ее состояние. По сути дела, вы создаете совместно с другими командами ту карту в виде кода, которая всем будет понятна, по которой можно ориентироваться, навигировать и так далее. То есть без разницы на самом деле, на чем это сделано. То есть это может быть не на шефе, Ansible, Salt написано. Да, это можно YAML файлами в Kubernetes делать. Вот не помню, сегодня или завтра коллега из Дубльгиса будет как раз рассказывать о том, как они сделали свою внутреннюю штуку для Kubernetes, которая вот это все описывает. Описывает, как у них устроены отдельные системы. И вот им для того, чтобы описать 500 систем, нужно было сделать отдельный инструмент, который вот это описание генерирует. И, соответственно, когда у вас есть это описание, вы каждый можете сверяться друг с другом, как бы, что в нем меняется, как его поменять, как его улучшить, что чего не хватает и так далее. И согласитесь, да, когда у вас отдельные баш-скрипты написаны, то как бы обычно это не дает этого понимания. У нас даже в одной из компаний, где я работал, у нас было такое название «write-only скрипты». Ну, то есть, когда человек их написал, а прочитать их уже невозможно. Вот, я думаю, что как бы тоже знакомая штука. Соответственно, инфраструктура как код — это код, который описывает актуальное состояние инфраструктуры. Над этим кодом совместно работают разные команды. И самое главное, что разные команды должны понимать, что там вообще, как это все работает. Код сопровождается согласно практикам разработки. Код-ревью, XP-программинг, pull-реквесты, continuous integration для инфраструктуры кода. Это все как бы годно, все можно использовать. По сути дела, код становится общим языком для всех инженеров. Изменение инфраструктуры в коде не занимает много времени. И да, в инфраструктурном коде тоже может быть технический долг. Такое бывает, и обычно команды сталкиваются с этим
года через полтора после того, как они начали внедрять инфраструктуру как код в кавычках в виде кучи скриптов или даже в виде Ansible, которого они пишут в виде спагетти-код такой. Вот, еще баш-скрипты туда подкидывают в топочку. Вот, соответственно, как бы важная штука, если вы еще не попробовали эту дрянь, то запомните такую штуку, что Ansible — это не баш. Надо немного внимательнее читать документацию и что вообще про это пишут. Соответственно, как бы инфраструктура кода — это про разделение вот этого инфраструктурного кода на отдельные слои. Их может быть больше, но базово мы вот у себя в компании выделяем такие три слоя. Они очень понятные, очень простые. Вот, и можно прям вот посмотреть на ваш инфраструктурный код и сказать, вот есть у меня этот слой или нет. Если как бы никакие слои не выделяются, то надо порефакторить немножко, вот, выделить на это время. Соответственно, базовый слой — это как настраивается операционная система, бэкапы, там, какие-то вот такие вот низкоуровневые штуки, там, как Kubernetes разворачивается, например, на базовом уровне. Вот. Есть уровень сервисов, то это сервис, который вы даете разработчику. Это может быть логирование как сервис, мониторинг как сервис, там, база данных как сервис, балансировщик как сервис, очередь как сервис, continuous delivery как сервис, ну и так далее. То есть куча сервисов, которые отдельные команды могут предоставлять разработке. И это все отдельными модульками надо внутри вашей системы управления конфигурацией описывать. И как бы третий слой — это, собственно, слой, где делается application, описывается, как application будет поверх вот этих двух слоев разворачиваться. Соответственно, контрольные вопросы в голову. Есть ли у вас общие инфраструктурные репозитории в компании? Контролируете ли вы технический долг в инфраструктуре? Используете ли вы практики какие-либо разработки в инфраструктурном репозитории? И нарезаны ли ваши инфраструктуры на слои? Можно подвериться вот этой вот картинкой с BS Service App. И насколько сложно внести в ваш инфраструктурный код изменения? То есть если вы сталкивались с тем, что внесение изменения занимало полтора дня, ну это значит, что у вас появился технический долг, с ним надо поработать, и вы как раз наткнулись на те грабли технического долга в инфраструктурном коде. Я прям много таких историй помню, когда, ну, чтобы поменять какой-нибудь sysctl, надо переписать половину инфраструктурного кода, потому что вот творчество и желание автоматизировать все сделало так, что там как бы везде все закорхожено, все ручки убраны, и нужно рефакторить. Следующая практика, которую вы после того, как у вас появилось описание вашей инфраструктуры, оно может быть довольно базовым. То есть это не обязательно все должно быть описано, но какое-то базовое описание уже должно появиться для того, чтобы вы могли с этим работать. Потому что иначе непонятно, поверх чего дальше непрерывную поставку вообще делать. То есть это все практики, которые разворачиваются одновременно, когда вы приходите к DevOps. Но как бы начинать нужно с того, что понять, а что у вас есть и как этим управлять. Это вот, собственно, практика инфраструктуры как код. Дальше вы после того, как поняли, что у вас есть, как этим управлять, вы начинаете придумывать, как код разработчика максимально быстро отправить на продакшн. Ну, вы, в смысле, вместе с разработчиками, я имею в виду, помним про проблему колодцев. То есть не отдельные люди это придумывают, а вместе. Мы когда с Ваней Евтуховичем, он сегодня вот был на сцене, мы увидели первую книжку Continuous Delivery, которая вышла в 2009 году Джеза Хамбла и группа авторов. Мы долго думали, как ее перевести на русский язык, и придумали, что надо ее переводить как «постоянно доставлять». Вот. Но, к сожалению, перевели как «непрерывная поставка», но мне кажется, что вот это слово, оно как-то… что-то в нем есть такое русское, вот, с напором. Так вот, постоянно доставлять — это значит, что код всегда может быть выкачан в продакшн. Ну, то есть код, который вот у вас в репозитории как бы продуктовом лежит, он всегда может быть в любой момент выкачан в продакшн.
Он может быть не выкачен, но он всегда готов к этому. То есть он прям стоит и наготове. Соответственно, вы всегда пишете код с чувством некоторого, ну, оно где-то вот здесь, вот под копчиком, вот это чувство. Вот. Я его часто, это когда вот инфраструктурный код выкатываешь, оно появляется. С чувством некоторого беспокойства оно у вас должно присутствовать. И оно вызывает некоторые мозговые процессы, которые позволяют вам писать код немного по-другому. Вот. Соответственно, как бы вот это чувство, оно должно быть зафиксировано в каких-то правилах внутри разработки. Для того, чтобы вам постоянно доставлять, должен быть формат артефакта, который проходит по инфраструктурной платформе. Потому что если вы кидаете по инфраструктурной платформе разного формата какашки, то она у вас появляется неунифицированная, она у вас становится неунифицированной, ее сложно сопровождать, проблема технического долга возникает и так далее. То есть формат артефакта вам надо выровнять. И это, собственно, тоже задачка коллективно сесть, пошуршать мозгами и придумать этот формат. Следующая штука — то, что артефакт непрерывно улучшается и меняется под продакшн-среду во время прохождения по пайплайну поставки. То есть что это значит? Это значит, что артефакт, он когда двигается по пайплайну, он все время сталкивается с какими-то неудобными для него штуками, которые похожи на то, что, с чем сталкивается артефакт, который вы выкладываете в продакшн. И если как бы в классической разработке он сталкивается обычно под руками системного администратора, который выкатку делает, то в DevOps-процессе да, это происходит постоянно. Тут его тестами какими-то покрутили. Тут его в Kubernetes-кластер закинули, который более-менее похож на продакшн. Тут на него как бы нагрузочное тестирование пустили внезапно. Ну, чем-то напоминает такое, как это звали, игрушку Pac-Man, да, вот. Ну, то есть он какую-то историю проходит при этом. И важно при этом контролировать, да, как бы реально ли код историю проходит, и эта история, она как-то связана с вашим продакшеном, и истории с продакшена можно внутрь continuous delivery процесса затаскивать. То есть вот было у нас, когда что-то упало, теперь давайте вот этот сценарий просто запрограммируем внутрь системы. И код, он каждый раз будет, и этот сценарий проходить тоже, и вы просто как бы с этой проблемой в следующий раз не столкнетесь. Вы узнаете об этом, что он не работает сильно раньше, чем он выйдет к вашему клиенту. И разные стратегии теплоев. Гребаный M9. У меня в презентации что-то странное написано. Хотя я точно помню, что я писал деплоев. Вот. Разные стратегии деплоев — это значит, что, например, вы используете АБ-тестирование либо каналийные деплойменты для того, чтобы по-разному щупать код на разных клиентах. Получать тоже информацию о том, как код работает сильно раньше, чем когда это выкатится, там, я не знаю, на 100 миллионов пользователей. Вот это, собственно, что значит постоянно доставлять. Соответственно, как это выглядит, да, то, что у вас процесс поставки, вот это там DFCI, тест, prepprod, это не отдельное окружение. Это стейджи, по которым, ну как сказать, станции с несгораемыми суммами, по которым проходит ваш артефакт. Вот. Соответственно, если у вас есть инфраструктурный код, который описан как Base Service App, то он помогает, во-первых, все сценарии не забыть и записать тоже в виде кода для вот этого вот артефакта, а во-вторых, помогает его продвигать и менять по ходу движения. Соответственно, вопросы для самопроверки. Время от описания фичи до выкатки в продакшн в 95% случаев меньше недели у вас? Повышается ли качество артефакта на каждом этапе пайплайна? То есть есть ли история, по которой он проходит? И используете ли вы разные стратегии деплоя? Если как бы все ответы да, то, блин, вы охренительно крутые. Вот у кого все ответы да? Да, что ж такое? Ладно, давайте, я придумал, давайте попробуем. А у кого все ответы нет?
Спасибо, спасибо, друзья. Я теперь чувствую, что вы живые. Следующая практика, она наиболее сложная на самом деле из всех. И вот, например, тоже я не помню, сегодня или завтра коллега из компании InfoBip будет про это рассказывать. И на самом деле он будет немного путаться в словах, вот, потому что это очень сложная практика, ему очень тяжело, и предлагаю его очень много помучить в кулуарах, потому что как бы, ему сложно рассказывать, потому что он будет рассказывать про все три практики, но при этом для него сейчас важна вот эта. Для него сейчас важна именно практика обратной связи, он как бы ей горит, но ему надо будет рассказать про две предыдущие для того, чтобы полностью отразить смысл вот этой практики. Это практика про то, что надо мониторить вообще все. То есть, например, когда-то, опять-таки, давным-давно, когда вот я работал в компании Quick, мы поняли, что нам надо мониторить вообще все. Мы все это замониторили, у нас что-то там в Забиксе появилось 150 тысяч айтемов, которые мониторятся постоянно. Для нас это было страшно. А технический директор крутил немножко вот так у виска, говорит: ребята, вы что-то как бы сервак-то насилуете непонятно чем. Вот. Но потом это стало, потом произошел случай, который показал, что это реально как бы очень крутая стратегия. Вот. У нас постоянно начал падать там один из сервисов. Ну то есть вот он не падал, и самое главное, туда код не дописывался, потому что такой, такой базовый брокер, который как бы там бизнес-функциональности практически никакой, он просто гоняет сообщения между отдельными сервисами. Вот, он не менялся 4 месяца. И вдруг как бы, он стал падать как бы segmentation fault-ом. Мы такие просто были немного в шоке, открыли наши вот эти вот все графики в Забиксе. И в общем, что выяснилось? Что оказывается, сильно поменялось поведение запросов к этому, точнее не к этому сервису, а сервис, который его использует. API-сервис, который посылает брокер, сильно изменилось полторы недели назад. Мы дальше посмотрели, что изменилось. Изменилась частота посылки определенного типа сообщений. Вот. Дальше посмотрели, от каких клиентов это изменилось. Мы увидели, что это Android-клиенты. И дальше мы пошли как бы к Android-клиентам, спросили: ребята, что там у вас полторы недели назад случилось? Они, конечно, рассказали очень интересную историю о том, что они там переделали UI. Ну, как вы знаете, да, что вряд ли они сразу так вот выдадут, что они поменяли HTTP-библиотеку. Вот. А для них это, я не знаю, как я не знаю, мыло сменить вот, в ванной. Они просто про это не помнят. Вот. И в итоге после там, 40 минут разговора мы выяснили, что они все-таки сменили HTTP-библиотеку, и у нее изменились дефолтные тайминги. Эти дефолтные тайминги привели к тому, что изменилось поведение как бы, трафика на API-сервере. И это привело к ситуации, которая в итоге вызвала гонку внутри брокера, и он начал падать. Штуку, которая, в принципе, вскрыть, если у вас нет глубокого мониторинга, вообще невозможно. То есть, а если у вас проблема колодцев еще в организации, когда каждый друг на друга перекидывает, это может годами просто жить. Вы просто как бы рестарт поставите сервер и все. Потому что невозможно это разрулить. Когда вы мониторите все отслеживаете, как бы трекаете все события, которые у вас есть, и используете мониторинг как тестирование, то есть вы пишете код и сразу же пишете, как его промониторить, тоже в виде кода. Уже у нас инфраструктура как код есть. Вот. А сразу пишете, как его промониторить, у вас как бы все становится как на ладони. И даже такие сложные проблемы становятся легко отследить. Соответственно, как это выглядит на схемке, да, то, что надо собирать всю информацию о том, что происходит с артефактом на каждой стадии процесса поставки. Не в продакшене. То есть мониторинг надо уже на CI выгрузить, и вы там уже увидите какие-то базовые вещи. И в тесте увидите, и в припроде увидите, на нагрузочном тестировании увидите. То есть, как бы.
вы надо собирать как бы на всех стадиях. Причем как бы, ну, не только метрики, статистику, да, логи, как выкатилось приложение, что при этом было, какие как бы аномалии были, ну и так далее. То есть надо собирать все. Если не собирать все, очень сложно разобраться. Как я, вы помните, я говорил, да, DevOps — это про большую сложность. То есть и с этой сложностью для того, чтобы справиться, нужно иметь, ну, как бы нормальную такую аналитику. Соответственно, какие вопросы себе задать? Ваш мониторинг логирования — это средство разработки для вас? То есть как бы ваши разработчики или если вы сами разработчик, вы когда пишете код, вы думаете о том, как это замониторить? Узнаете ли вы о проблемах от ваших клиентов? Понимаете ли вы клиента лучше из мониторинга и логирования? И понимаете ли вы систему лучше из мониторинга и логирования? То есть делаете ли вы изменения просто потому, что как бы вы увидели, что, ну, вы увидели, что, например, как бы тренд в системе растет. И вы понимаете, что еще 3 недели, и все загнется. И вы меняете при этом систему. Соответственно, когда у вас есть вот эти 3 компонента, да, вы можете подумать о том, какая у вас в компании инфраструктурная платформа. Смысл инфраструктурной платформы — это не то, что как бы набор разрозненных инструментов. Да, в принципе, у каждой компании есть этот набор разрозненных инструментов. Смысл инфраструктурной платформы в том, что все команды пользуются этим инструментом совместно и его развивают совместно. Понятное дело, что отдельных кусков инфраструктурной платформы есть отдельные команды, которые несут ответственность за развитие этих кусков. Но при этом ответственность за развитие, за работоспособность, за продвижение инфраструктурной платформы несет каждый инженер. По сути дела, на внутреннем уровне это становится как IDE для разработчика. Ну, то есть как бы относиться бережно к инфраструктурной платформе надо как к IDE. Да, вы видите IDE, настраиваете плагинчики всякие, ставите, чтобы красивенько было, чтобы быстро можно было там, настраиваете, какими хоткеями пользоваться и так далее. И когда у вас вы открываете, ну там, я не знаю, Sublime или Atom, вот, и у вас Visual Studio Code. Хорошо, я решил просто не маркетировать вот, вещи Диада. Вот. Хотя я тоже пользуюсь Visual Studio Code. Когда вы открываете Visual Studio Code, например, да, и у вас там сыпется как бы ошибка Python и еще что-то, и вы понимаете, что вообще невозможно работать, вам сразу становится грустно, и вы бежите чинить, что у вас с плагинами произошло. Вот точно так же нужно относиться к вашей инфраструктурной платформе. Если вы понимаете, что что-то где-то вот не то, вы как бы либо оставляете заявку, если вы сами починить не можете, если вы сами можете починить там что-то как бы простое, вы сами чините, отправляете pull request, ребята там рассматривают, добавляют и так далее. То есть это, ну, несколько меняется подход в голове к инженерному инструментарию. Соответственно, что еще делает инфраструктурная платформа? Да, это, собственно, она в себя запрограммирует набор историй, которые с вами случаются с вашим кодом в продакшене. Понятное дело, что за много-много лет разработки этих историй становится очень много. И много историй, которые уникальны, относятся только к вам, вот, и которые невозможно нагуглить. И в этот момент ваша инфраструктурная платформа становится вашим конкурентным преимуществом, потому что в нее зашито то, чего не зашито в инструмент конкурента. И чем больше как бы глубины у нее есть, тем больше вы, как сказать, тем больше ваше конкурентное преимущество в смысле time to market. И вот здесь, собственно, появляется проблема vendor lock. То есть вы можете использовать чужую инфраструктурную платформу, при этом вы будете использовать чужой опыт, и вы не будете понимать, как бы, насколько он релевантен к вам. И это очень сложная грань, как бы, где, понятное дело, что не всякая компания может построить там платформу типа Амазона. Но там есть грань, да, где как бы опыт компании, он релевантен положению компании на рынке, и как бы не спускать туда vendor lock нельзя. Вот, об этом тоже как бы важно подумать. Собственно, вот эта схема появлялась у нас на других слайдах. Это схема как бы инфраструктурной платформы, которая
такая базовая, которая поможет вам наладить все практики и процессы DevOps компании. То есть у вас есть некоторая система оркестрации ресурсов, которая предоставляет ЦПУ, память, диск приложениям и другим сервисам. Да? Поверх этого есть некоторые сервисы низкого уровня. Да? Это мониторинг, логирование, CI/CD engine, хранилище артефактов, там, инфраструктура как код, система и так далее. Вот. Есть сервисы более высокого уровня, это база данных как сервис, очереди как сервис, load balancing как сервис, там, не знаю, ресайзинг картинок как сервис, какая-нибудь big data фабрика как сервис, ну и так далее. И, собственно, поверх этого у вас есть пайплайн, который поставляет постоянно модифицированный код вашему клиенту. Вы получаете информацию о том, как ваше программное обеспечение работает у клиента, делаете изменения, поставляете опять этот код, получаете информацию и таким образом постоянно развиваете и инфраструктурную платформу, и ваше программное обеспечение. Ну, при этом как бы поддержка вот этого delivery pipeline, состоящего из множества стейджей, да, здесь для примера показано, не надо повторять ровно в том виде, как здесь, это принципиальная схема, картинка. Вот. Взаимодействуют эти стейджи с сервисами как с сервисами. То есть каждый кусочек, каждый кирпичик платформы, он несет какую-то свою историю, как выделяются ресурсы, как приложение запускается, как приложение работает с ресурсами, как приложение мониторится, как приложение меняется. В общем, каждый кирпичик несет историю. И это важно, ну, важно это понимать и важно это удерживать. И спрашивать себя, а какую историю несет вот этот вот мой кирпичик? Там, ну, как бы, можно ли его просто нафиг выбросить и заменить сторонним сервисом? Вот, например, можно ли вместо кирпичика поставить окметр? Вот. А, возможно, парни там уже прокачали эту экспертизу гораздо больше, чем мы. А возможно, нет. Возможно, у нас есть уникальная экспертиза, которой как бы окметра нет, и нам надо поставить Prometheus и развивать это дальше. Соответственно, создание платформы — это сложный коммуникационный процесс, который, когда у вас есть базовые практики, вы запускаете общение между разными инженерами, разными специалистами, которые вырабатывают требования, стандарты и постоянно изменяют этот стандарт к разным инструментам, разным подходам. И вот здесь, вот, собственно, важна культура, которая есть в DevOps. С культурой все очень просто. Это сотрудничество и коммуникация. То есть желание работать в общем поле друг с другом. Желание владеть одним инструментом вместе. То есть тут никакого rocket science. Все как бы очень просто, банально, как бы опускаясь, там, я не знаю, в то, что мы все, как бы, например, живем в подъезде и все поддерживаем его чистоту. Вот такой вот уровень культуры. Соответственно, вопрос, который вы можете себе задать, да? Выделена ли инфраструктурная платформа? Кто отвечает за развитие инфраструктурной платформы у вас в компании? И понимаете ли вы конкурентные преимущества своей инфраструктурной платформы? То есть на эти вопросы надо вообще постоянно себе их задавать, отвечать. Если как бы можно что-то вынести на сторонний сервис, выносить. Если сторонний сервис начинает блокировать ваше движение, то надо строить систему у себя внутри. Ну, соответственно, DevOps — это вот такая вот сложная картинка. То есть должен быть цифровой продукт, должен быть бизнес-модули, которые этот цифровой продукт развивают, должны быть команды продуктовые, которые пишут код, практики continuous delivery, платформа как сервис, инфраструктура как сервис, инфраструктура как код и отдельные практики поддержания надежности. Вот. Внутрь DevOps зашиваются. Соответственно, по этой картинке тоже можно… А, еще практика обратной связи, которая описывает это все вместе. То есть можно идти и подкрашивать их у себя в компании, как бы вот это у нас уже есть в каком-то виде, это развилось, это еще надо развить и так далее. Соответственно, на этом у меня все. Предлагаю кармически забросать меня помидорами, и я готов ответить на вопросы. Да, кто задаст лучший вопрос, я подарю полотенце. Доброго. Иван Сатин, TSIT.
Вот на шейный бэджик. Мне очень сильно понравился ваш рассказ про мониторинг всего и вся. И у меня возник такой вопрос, тоже такой общекорпоративный. Вот для того, чтобы DevOps один или группа дошли до того, что им действительно хватит, ну, нашлось время или силы, чтобы сделать мониторинг всего и вся, продумать это все, это надо время, это ресурсы. Это вы знаете, что у него просто-напросто много свободного времени, или наоборот, это от него такое давление идет, что его действительно все забодало, я хочу сделать, чтобы все было видно. Как по вашей практике? Это к вам вопрос. Ну, во-первых, меня немножко расстроило DevOps и DevOps-группа слово, потому что я говорил про всех инженеров компании. И все инженеры в компании, они могут найти для этого времени, потому что это реально как бы критично становится. И если вы при этом строите цифровой продукт, то есть вы это увидите. Вы увидите, как у вас как бы падают сервисы, вы увидите, как у вас появится необходимость в микросервисах, потому что это монолитная штука, ее как бы клиенты дербанят в разные стороны, и вы начнете как бы сервис выбрасывать. Ну, то есть как бы вопрос, ответ на вопрос такой, то есть как бы когда у вас появляется цифровой продукт, вы не можете не делать этих вещей. То есть не то, что у вас время свободное есть, просто не можете не делать, это становится прям очень видно. Здравствуйте, Александр. Окей. В ходе своего доклада вы неоднократно упомянули или произнесли… Ближе, наверное, микрофон. Ближе, так лучше? Ага, так лучше. Спасибо. В ходе своего доклада вы неоднократно повторяли фразу «нужно рефакторить». Было? Ну, на этом не было акцента. Ну, да. Нет, не было акцента, не знаю, почему-то я на это обратил внимание. Скажите, пожалуйста, так что же все-таки такое DevOps? Я не знаю. Это все-таки набор практик, как об этом говорит Википедия? Или это все-таки методология? Или это какая-то выделенная роль в команде? Что это? Если кратко, в два предложения. Википедия — нормальное определение. Это набор практик для организации взаимодействия процессов разработки, тестирования, эксплуатации бизнеса для создания цифрового продукта. Спасибо большое. Инженерные практики, да. И, ну, как бы культура — это часть инженерных практик, потому что, ну, я не знаю, например, выточить сложный, как бы, токарный, ну, сложную деталь на токарном станке надо обладать определенной культурой, сорян. Вот. Да, здравствуйте, у меня такой вопрос. Вы говорили мониторить все и вся. Вопрос следующий. Постоянно что-то меняется, то есть в зависимости от бизнеса, от требований клиента, и какие-то вещи, например, происходят какие-то новые, мы хотим улучшать, а некоторые, например, проблемы, наверное, возникают, и мы потом только, а потом постфактум узнаем разбор полетов и делается дополнительный мониторинг вот этой части. Вот как вот мониторить все и вся, опережая, есть ли что-то вот? Напомню свои слова из доклада. Надо, когда вы пишете, когда разработчик пишет фичу, он должен думать, как это промониторить сразу. Вот, то есть, вот, когда вы вводите тестирование, он начинает думать, как это протестировать сразу. Нет, это есть. Бывают вот некоторые, как бы, такие моменты, но, мне кажется, больше связано с бизнесом, например, что-то не отследили. Ну, если связано с бизнесом, это значит, как бы, ну, проникновение продукт-оунера в голову разработчика мало. То есть... вот, и, наверное, надо это усилить как-то. Понятно. Вот. И вопрос такой, вот вы говорили про... не то, что долгий деплой, а вот именно столкнулись с долгой вот этой, скажем, не только выкладки, а выкладка, и вот там месяц занимает. Вот немножко тут непонятно. Можно подробнее? Не совсем понятно. Ну, в общем, можно выполнить KPI, деплоить раз в неделю двумя способами. Первый способ. У вас разные как бы релизные циклы для разных фич, и вы их накладываете слагом в неделю. Uh-huh. И выполняете это правило. Вот. Второй способ — это реально как бы от идеи фичи до продакшена в течение недели. Как бы это один способ курильщика, другой способ как бы здорового человека. Все, вот. Спасибо большое. Вот коллега в шарфике. Здравствуйте. Спасибо за доклад. Такой вопрос. В основе всего DevOps'а лежит цифровой продукт. Ну, на слайдах это было.
какие критерии цифрового продукта, как определить, что это цифровой продукт. Вы много про это говорили, но понимания этого нет. Спасибо. Спасибо за вопрос. Вот. Цифровой продукт, он, во-первых, как бы смысл в том, что с клиентом взаимодействует программа, это раз. Во-вторых, при этом происходит оцифровка какой-то части деятельности человека. Ну, то есть, например, как бы поездка на такси, поход, там, вообще как бы готовка еды полностью как бы оцифровывается, и ручечки из цифрового продукта предоставляются клиенту. То есть клиент сам может модифицировать продукт под себя, и компания к этому должна быть готова. Вот, компания изучает опыт клиента и пытается полностью уложить внутрь цифрового продукта, чтобы ему казалось, что это как бы есть часть реальности. Ну, как бы вот базово вот так. Ну, можно посмотреть как бы там на Airbnb, на Uber, на Booking, как они предвосхищают наши какие-то желания. Ну, то есть они это уже увидели, кучу людей, и просто туда это вложили. Спасибо большое за увлекательное выступление. Хотелось бы поблагодарить вас еще раз и сделать небольшой подарок от организаторов. Спасибо большое. Спасибо.